Так, значит, смотрите, что у меня есть. У меня для вас есть вот такая штука. И это настольная игра, в которую можно играть. И мы сейчас будем играть. Подери. Нельзя? Не показывай, да, просто расскажи. Я не знаю, что рассказывать. Я не знаю, я в эту игру не играл никогда. Что мне надо делать? Там свои правила, но мы просто ржем и орем. Типа, у меня свои правила, поэтому... Короче, это мематрон ебучий. Это мематрон ебучий. Если кому-то это что-то говорит, знаете, это ебучий мематрон. Так, а ты говорил... Нужно под ситуации подставлять картинки ебальников, мемов. Типа, твое лицо, когда твоя бабушка застукала тебя с мамой, например, да, условно. Там ты мем берешь, подбираешь. Ну что, давайте тогда играть. А ты говорил, по два надо играть? Ну, в любом случае, типа, она быстро закончится. Ну, похуй. Так, гайс, а ну что тогда делать-то, блядь, вдвоем надо? Нет, смотри. Да. Можно? Дай мне. Давай. Дай инициативу возьму. Блять, тут надо... Короче, здорово, чуваки. Такой вопрос. Хотите вы голосовать за лучшую шутку или нет? Ну, типа, за лучший разъёбный мемас. Ну, просто надо это побыстрее делать. О, чуть-чуть. Покажи. Он не забыл, ребята, все заебись. Ура, спасибо шефу. Мне сегодня напомнил Сато, кстати. Ну, он мне такой говорит, ты привез? Я говорю, да. А, я видел в ТикТоке эту игру, все, помню. Да. А там еще есть вторая версия, надо вторую, ребят. Там реклама постановочная? Че? Это та игра, где реклама постановочная? Нет, это там, типа, ситуацию тебе дают, и ты должен мем какой-то, типа, твое лицо, когда... У тебя там выпадает, да. Есть еще другие ребята. Короче, вот эти ребята первые, понял, сделали мематрон, а вторые у них спиздили, и там побольше карточек, побольше рофлов всяких. Сегодня меня Тошка будет натягивать вот на этой кроватке. Чего, блядь, мне послышалось? А, ебались или что она сказала? А вот здесь будет спать наша сирота Намазелова Илюша. Я вообще не думаю, чел запустил, пошел вам показывать биде ебучие. Да нормально, блядь. Это вообще-то людям важно. Они, блядь. Я, например, не ебучий такой. Я никогда биде в жизни не пользовался, блядь. Дома, но я не пользуюсь. У меня деда в поселке сделали биде, у него просто газета складывается. Они из разных команд просто. Не-не, подожди, я разные, вот именно. А что так, блядь? Ребит все. Они из разных команд просто. Так. Если разные, просто один. Нет, они не, блядь. Давайте я буду ведущим. Нет, чел, он почему? Должен быть один. Канон фейки. Какой? Канон, да, блядь, какой? Нет. Это мультивселенная или что? Ну да. Блин, нажрались, сука, сидят про мультивселенные общаются. Ёбаный по башке. Нелли спать пошла. А? Короче, давайте играть. А ведущий в этой игре нужен? Не нужен? Так. Это должно быть. Это не потенциал полный. Так, кто из вас гандонов играет? Я. А кому сколько можно играть? Я играю. Я просто играл. А вы же говорили, что тут типа два человека можно. Да, можно и три, блядь, типа. Вот вас трое пускай будет. Или нет, Тоха тоже должен сыграть. Я могу играть, да. Пускай ваш проблем. Тоха, нет, просто Стив Дрейк. Я посмотрю. Я тоже посмотрю, типа. Пускай Тоха, Стив Дрейк. То хорошо. Смотрите, ну, сильно не ржите, потому что сначала кажется, что хуйня ебаная. У меня Лин такая говорит, бля, говно ебаное. Надо вкурить просто. А мы чисто вдвоем начали, как мы ржем ебать, и в голосину прям. Сильно не ржите, я понял. У меня крышечку. Так. Так, давай, миксуй. Сейчас, погоди, блядь, я же в башку нахуй. А почему Мазелов терпел? Чего вы, блядь, пишете хуйню какую-то? Чего, блядь? Чё он, блядь? Мимо сброс начинается. Чижики, успокойтесь, блядь. Чижики. Все нормально. Чиж. Так, а насчет дороги, на самом деле... Я знаешь, что я вспомнил? Кто хочет дорогу, ребят? А я крокодил. Илья, знаешь, что я вспомнил? Мы не записали ни одной серии для блога. Мы записали одну. Что, может быть, одну? По дороге? Чипсы у нас не падали, блядь, с аппарата. А, это? Ну, это такое. Нет, это заебись. Это заебись, да, мы начало с этим. Через бы дороги иду. А больше нечего, блядь. Да. Потеряли пацана, так. Больше не придет, больше короче... не прилетит, да больше ёп... не позовет. Все. Потеряли пацана. Все. Ты заебал, продолжай песню, если начнешь. Чего F, блять? Работает, чё шо? Вроде должно все работать. Потеряли пацана, F, понятно. А, блять, понятно. Норм, все, окей. Так, короче, значит, смотрите, в чем заключается смысл игры?
Здесь есть карточки с ситуациями. То есть вот прямо сейчас они миксуются. И есть мемы. И эти мемы. Я только так говорю. Приколы. Да. И эти мемы мы должны типа подставлять. Сюда? Я сейчас правила объясню тебе. Да, ладно, хорошо. Я вспомню, как мы играли, правда, солидно. Итак. Ну, ситуация, и поднимем мем. Кстати, Макс, ты правильно сделал, но себя сдвигать нельзя. Конечно, можем. Так, сейчас еще машину карточку. Да. Я понял. Нет, я сначала не понял. Да похуй перемешивать, зачем, какая разница-то, блядь? Мы же не играли еще. Все равно. Ты, кстати, не так ёбку делаешь. Некоторые ёбки прям вот так мало ярят на самом деле. Они толстые. Зачем? А я не знаю. Тут же именно они же какие-то ноунеймовские. Тут именно да, именно в бро. Сейчас посмотрим. Бро, да, просто бывает, чуваками дают косяшки, они вот так бросят. А, типа, хуя? Мем от Роми. Ты так стоите, блядь, да хуя хуя. Не, типа... Да, вот так, да. Ну, сейчас ты хуярил, как у ёбок. Да я не сильно ударил. Нет, не хуярил. Прости, бро. Ну, ладно. Ты готов играть? Да, давай играть. Угу. Потеряли. Ну что я могу поделать? Блин, это хуйсоса, блядь, что такой стрёмный нахуй. Чё, поднялся? Так он еще хуже, блядь. Wi-Fi, Wi-Fi еще хуже. А Wi-Fi вообще говно? Да, гайс, ну может падать, блядь, но тут, к сожалению, без этого никак, блядь. Так. Значит, смотрите, я сейчас буду как ведущий играть с вами, ладно, mm-hmm. так уж и быть. А мы еще вдвоем или втроем с Тохой? Значит, втроем. Смотри. Mm-hmm. Ты будешь играть? Да. Я хочу смотреть. Тогда, получается, играет Макс, играет Дрейк, играет Тоха. Mm-hmm. Давай тогда камеру. Да. Так, я буду ведущим, я буду стримить. Значит, смотри, в чем прикол, Макс, возьмешь? А тебе можешь поставить? Да не, похуй, у меня же есть чат. Значит, правила такие. Тут, во-первых, самим можно играть, но мне эти правила не понравились. Здесь духота ебаная какая-то прописана, если честно. Мама. Хотел у себя, кстати, сделать, но все никак не дошел, поэтому похуй. В общем, правила. Перед началом игры каждый игрок получает в руку 4 мема. Сделаем по 3. Понял? Блять, вы слышите? Вы слышите? Вы слышите? Сделаем по 3. Ага. Так. 3 мема в руку. 3 мема в руку, да. Да, это просто очень тупо. Оставшиеся мемы формируют колоду свежих мемов на игровом столе. Карты ситуации также формируют отдельную колоду. Блять. Игрок озвучит. Да хуй с ним, блять, короче. Короче, 3 мема на руку, потом ставим мемы. Короче, я беру 3 мема сверху, правильно? Можно играть как в этом. Вы можете определиться, кто на Цуефа скинулся, кто из вас первый будет. Я понял, что у каждого 3 мема в руке ты кладешь какую-то рассказку, и каждый кладет идеальный мем, подходящий к этому рассказку. Да, да, да? И чат будет... Типа, смотрите, да, давайте да, так, давайте да. Определимся. Тоха будет игрок под номером 1. Дрейк будет игрок под номером 2. Илья будет... Макс будет игрок под номером 3. Илья с Вовой судят, какой лучше мем. Не, ну мы будем по чату отталкиваться. Пускай они тоже. Нет, с чатом тоже, но скорее всего с чатом будет долго ждать. Еще раз. Тоха, какой номер чат? 1. Угу. Дрейк, какой номер? 2. Угу. Илья. Ой, Макс опять. 3. Забываю, что Илья не играет. Все, хорошо. Все, все поняли правила. В общем, сейчас, значит, раз так как ты первый, да, вы можете на Цуефа, кстати. Хотя нет, попутаются все. Смотри, ты берешь эту самую ситуацию, говоришь, а мы сначала берем этот самый мем, выкидываем, а потом обновляем сразу же себе. Куню, неси, я тебе говорю, я играл, я тебе говорю, как лучше будет. Итак, Туха, твои 3. Так. Вот, 3 мема твоих. Гона чи чи. Да все уже, подожди. Уже все раздали. Блядь, гона чи чи. Макс, уже все. Нет, Макс, уже все, тихо. Вот твои 3 мема. Не показывай их. Да слышно? Макс, твои 3 кому? Желательно вообще. Так, и еще смотрите, в чем прикол. Смотрите, в чем прикол. Как только отбивается одна карта, каждый из вас поочередно, собственно, вкидывает. Отбивается одна карта. Ну, то есть, грубо говоря, вот ты выложил одну карту, угу. Поржали люди, она идет в колоды бита. То есть, угу, идет вот такая, да, карточка вбита, да. И вот такая карточка вбита. Да. И мы будем, по очереди ходить. То есть, ты сейчас первый начинаешь, потом Дрейк первый начинает. Надо по 3 всегда держать. Вот. Да, всегда 3, ты всегда пополняешь. Нет, чтобы был выбор, хорошо. Итак, баяны, значит, так, у тебя может еще вообще разрыв. Ты можешь их просто, понял, копить, самую лучшую разрывную под ситуацию, она попадет обязательно. Итак, поехали. Поехали. А подожди, можно не ходить, получается? Дай камеру Мазелову, на. Подожди, а можно не ходить? Давай.
Ты ведущий, нет, я оператор. Нет, нельзя не ходить, ага. Надо положить хоть что-то. Просто говоришь копить? Итак, поехали, значит. Поехали. Внимание, читаю вопрос. Когда встретил знакомого на улице и надеешься, что он тебя не узнает. А куда кидать? На стол? Погоди, первый Тоха. Первый Тоха. Потом ты, потом Макс. Привет, ребят. Вот, смотри, тихо, еще раз. Когда встретил знакомого на улице и надеешься, что он тебя не узнает. Сидать за дерья. Очень странно. Ладно, моя очередь, да? Да. Это просто картинки, которые сами. Да, да, да. Бля, ебать эту фимасу. Блин, это очень короче, итак, чё, бля, мне больше с обезьяны кекнул, пизда вообще. Чё чат пишет? 3-3-3-3-1. Ты большинство за тройку, да? Ну, ты 3 много, 1 много. Так, надо, короче, больше, раньше батл, походу. Стрехай. Значит, ну, выигрывает тройка, надо, чтобы я это запоминал. А ну записывай куда-то. Угу. Может чат записывать? Давай я буду записывать баллы. Да чат можешь записывать. Вот. Так, теперь берем по новому мему. Да, берешь по новому мему, ты сначала. Теперь я. А вообще прикольная игра. Она угарная, пизда. Сейчас мы тянемся. Стинт 1. Блять, я об этом не рад. Я это мем вижу первый раз. Да, там есть такое. Кто говина в игру распечатал? Ты записал уже? Стинт 1, да. Итак, следующий вопрос. Вернее. А теперь я первый начинаю. Да, теперь ты первый начинаешь. Когда в гости приходят родственники и дарят тебе горький шоколад. Блять, идеальный исход. Давай. Бля, у меня ничего такого нет. Не, ладно, это не привет. Это терпило. Это не привет. У меня такой. Бля, ну я даже не знаю. Ну у меня могу просто выкинуть что-то. Ну они тут хорошие, блядь. Ну давай, давай. Ну вот. А этот я выкинул. Да, блядь, не все три разрывные. Бля, мне с котом уже собралось. Не знаю, мне нравится вторая пиздец вот эта. Так, что-то да, она прикольная. Один, за один очень много. Ну, это Дрейк, это Дрейк. За один очень много, да. Нет, и один это я. Ну, нет, они перепутали. И за два много. Они имеют в виду, что перерасходился. Нет, нет, ребят, нет, вы запоминаете ходы именно игроков? Типа один, два, три, я правильно понимаю? То есть 1, 2, 3, то есть по ходам. Да, они по ходам. Игрокам, по игрокам. А, то есть 1, если по игрокам, два, если по игрокам, три. Если по игрокам, тогда 1 это код. Да. А Дрейк это 2, я 3. Че они пишут? Короче, да? Давайте вы просто напишите. 3, 3, чат, 2, чат, 1, напишите, да. Просто, очень... напишите просто Тоха, Дрейк, Стинс, попы. Да, да, да. Так будет, ну, бро, проще. Они про 1, за 2 больше всего. Ну, я же говорю, это Дрейк. За 2 больше всего, за Дрейка. Так, значит, у Тохи и у Дрейка по 1 баллу. Э, что у Тохи-то? Не, у Стинта и у Дрейка. А у Стинта у Дрейка 1 балл, у Тоха, блядь, сосёшь пока что. Ебать меня, на балл крабишь! Я беру мем. Да и сама фраза. Сама фраза мем, это вообще. Макс берёт мем. Почему? А ты же выложил, какой ты выложил? Ты первый выкладывал, по идее. А. Значит, ты берёшь, потом берёшь Макс, потом берёшь Тоха. Бля, ебать меня мемы говно. Не, мне нормес. Следующий. У меня говно мемы. Так. Давайте. Когда соседний столик сделал заказ позже, но получил еду быстрее. Макс первый. Это на мне тейбл, блядь, стартовый, это хуйня. Блядь, все три раза. Бля, они все охуенно подходят вообще. Козыри поехали. Почему? Бля, охуенно. Бля, а чё мне? Я с кота кекну. Блядь, из коня. Бля, я разъебался с Дрейка из первой. Ну тут все пишут, что, ну типа... У Дрейка типа самая смешная, почему? Ну, все да, пишут. Да. Почему? Ну почему это пиздец, реально? Ну короче, 2. Ура, мне 2 балла. Бля, у меня остались такие говномемы. У меня такие. Не, а вы зря, кстати, самые лучшие карточки размениваете на такие, на спорные вопросы. Я самые прикольные мемы выкинул. Итак, кто первый? Ты ходил первый? Да. Почему? А, не, у меня новый мем хороший есть. Итак. Причем, походу, победный. Что это, блядь? Так. Блядь. Что этот? У меня пиздец. У меня причем мем, знаешь, такой, который итак, с маленьким разбежал. Ребят. Так. Сегодня 2 апреля. Сейчас только первый. Сегодня 2 апреля, а твоя девушка все еще беременна. Блядь, у меня, наверное, ну типа, эта картинка, это Джокер. То есть, это кот, я не знаю, блядь, она просто пиздец какая смешная. Ебать, она сжата. Ты просто очень жмутная собака.
Я просто выкину, я просто выкину. Мне просто надо его выкинуть. Чё там, блядь? Ну, собака ебёт, мне кажется. Но я пока не понимаю. Не, утохи, наверное. Блин, мне жалко теперь собачку. Тоха, она, да, жмыхнута, Тоха, да, больше всего. Она жмыхнутая или она такая? Не, мне кажется, она реально какая-то дефектная. Блядь, жалко собачку. Жалко, конечно, зато ты выиграл один балл. Надеюсь, собачка счастливая. Какая дефектная, блядь, тут по стене видно, что ее жмыхнуло. Я надеюсь, что... Ну ты зато все равно выиграл один балл, забей. Да, блин. Я теперь беру первый мем. Мем. Блять. Что за хуйня? О, у меня легенда, блядь! Это разъем. Все. Меня... Тут еще зависит от вопроса. Да, у меня такой ебанутый абракад. Итак. Давай. Когда липсихаска стала популярной благодаря сосанию члена на камеру, а у тебя так не вышло? Я даже не хоть волос на запал. Так, Дрейк первый выходит. Липсихаска? Я первый скажу, да? Давай. Блять. Ну, короче, я просто скину хуйню. Ну, короче, и сам скидывайте. Блин. Я скинул хуйню. Хорошо. Не считайте ее вообще. Да, блядь, это патиссон. А, ебать, вот эта хуйня, кстати, вот охуенная. Жабка вообще имба. Жабка заебательская, она охуенная. Бля, ебать, она... Сразу. Чтобы вы понимали, это не самая лучшая карта из жабы, которая у меня есть. А, у тебя еще есть жабы? У меня целая коллекция, мужик. Я не знаю, засчитывай, Максу. Засчитываю. Я не знаю, как я так набросал. Пока что Steam 2, Drake 2, Тоха 1. Ага, бля. Я сегодня просто жабка. Ага, бля. Итак, кто берет первый? Мемы выскажу. Крапленые. Ага, блядь. Крапленые мемы. О! Блядь, что за хуйня, а не карты? Блядь. У меня причем все вот эти, знаешь, абсурдные мемы, Илюх. Прям вот все вообще, наши любимые? Вот именно абсурд. Поехали. Давай. Когда пустил шептуна в машине, а все окна подняты. О, блядь. Бля, я не знаю. Все окна подняты. Кто первый скидывает? Я хожу. Я вот думаю, давай, разъебать, Макс, или выкинуть карту? Ну ладно, похуй. Просто выкину. Да, ну это такая вас собака вообще. Я бы мог разъебать, но я не хочу. Я лучше сохраню. Вот это музыка выходила. Блять. Бля, тут либо тоже, либо тоже начал выкидывать, да? Не, ну слабый карт. Ну кролл он больше, ну, блядь, такой, типа, сражается. Прям ебанутый чувак. Вместо кролла. Дрейк, Тоша, Дрейк, Тоха. Я понимаю, смотри. Там просто прям пролетает. А там ровно, по-моему, непонятно. Вообще ровно. Тут ровно, да. Тогда ровно. Надо как-то решать. Дайте, может, по полбалла? Давай на Цуефа, блядь. Давай на Цуефа. Давай на Цуефа. Первый ножниц. На счет три просто выкидываем финал. Первый ножниц. А на Цуефа, почему не на Чичи? Нет, так это... А на Чичи? Нет. Калибрация происходит. Давай. Раз, что с ножниц. Давайте. Раз, два, три. А что вы переигрываете? Они просто... Ладно. Блядь. У меня очко. Ой, похуй. Иди, пожалуйста. У меня. У всех по два. А мне можно ММ? Бля. Бля, какая штука. Все, у меня 3 балла подряд сейчас будет. Чекайте. Чего у тебя будет сейчас? 3 балла подряд. Короче, чат, если у вас имеется вторая, аналог есть такой, только с черными картами. Бля, надо, хочу. Скиньте ссылку, где купить. Да. Только не знаю, куда. Тохи в комменты. Так, когда он парень твоей мечты, но он отец твоей подруги. Ебать. Я кто первый ходит? Ты первый. Бля, у тебя столько шуток в голове. Готово? Давай. Пипи клаун. Бля, не, ну Пепе это ультра. Я говорю, ребят, у меня здесь 3 стрима будет. Пепе охуенная, но честно, куда? Меня прям разъебалось вот это, потому что столько идей в голове, блядь, с нее. Это пиздец. Дополнительные шутки. Давай. Не, ну тут вообще карточки ебба, конечно. Очень много за Тоху. Да, за Тоху очень много. Очень много. Я что, с Пепе проебал? С обезьяной, типа. Да, сука. За Тоху, защита. С Пепе проебал. Не, ну Пепе тоже прикольно. Пепе тоже, да. Пепе это просто ультра. Ёбаная обезьяна. У меня есть ульта, прям ульта. Так, Тох, ты ходил? Да. Там идет мультфильм. Мэм. Там ежика. Мэм. Ой, зайчика и не будут. Мэм.
Блять, ну у меня мемы старые, пиздец, как пьяные. Чувак, у меня, короче, двойной мем. Все, блядь. Ты сейчас поймешь. И когда я его брошу, ты поймешь, о чем я говорю. Итак, вопрос. Ну или ответ хуй знает. Когда мама ругается на тебя при друзьях. О. Я первый выкидываю. Да. Ты заебал, короче. Ребят, кидаю. Там он грустный был, теперь он грустный. Ребят, кидаю двойной мем. Схуя! А как? Что, блядь? Нет, это чит. Не, мне нравится оригинал больше. Давай. Бля, ну вот это... Бля, вот я привык к другой, конечно, подписи здесь. А ты выиграл, поэтому и двойной мем. А что там до этого было? Ну, как сказать? Я... Нет, хочешь, что я все время скажу? А, понял. Так. Все за Стинта, да. Стинта, да, Стинт. Это читерский мем, я отвечаю. Ой. Дрейк, небольшое интервью при следующем раунде. Да. Пальцы скользят. Я сосу. Тох, небольшое интервью при следующем раунде. Да, конечно. Я считаю то, что мне подтасовывают старые мемы, блядь. У меня реально мемы. У меня реально древние мемы. Мне старый мем, ну охуенный. Так. Сука. Итак. Слушаем вопрос. Когда поехали с друзьями на шашлыки, но забыли взять мясо и уголь? Макс первый. Бля, это из этого, со времен iFace, да, стрелло всех вещей? Кто? Все, так я выкину хуйню. Все, я не выиграю. Go next, типа Тох. Блять, просто go next. Ну что, Тоха выиграл? Блять, ты начал писать. Ты записал Тох? Да, записываю. Тоха 4, Стин 3, Дрейк 2. Ебать, 3 у меня? Охуеть. Да. Итак, он у меня, блядь, меньше всех теперь. Спасибо. Нормально все будет. Я у меня какие-то... Какие-то мемы, я сейчас старославянские. У меня очень говно. Бля, Тоха, так сексуально это в стуле сидит, это пиздец. Ты так сексуально на этом стуле сидишь? Мне главное, чтобы он подо мной не проломился. Итак. А то мне сексуально... Ребята, актуалочка полетела. Когда не заходил в соцсети месяц, а вернувшись, не обнаружил там ни одного сообщения. Это я, да. Ой, бля. Я сейчас первый. Библиотумба полный. Чувак, это верчик, Чувак, это рэпчик. Макс. Или чувак, это похороны. Что это хуета? А что это? Нет, выкину говно. Просто. Что? Это просто бабка. Блядь, не, вот это просто на шутопонажидании полных, блядь. Чувак, это рэпчик. Чувак, это рэпчик. Ну тут за Дрейка единогласно. Дрейк, 3. Чувак, это рэпчик. И. Так. Кто у нас там? Дрейк, не знаю, меня с этого Аньки разъебалось. Что это такое? Да. Блять, эту карту сейчас просто выкину, потому что вообще не буду, что это такое. God damn, ёбаный. Готовы? Да. Когда не подходил к телефону 5 минут, а друзья уже объявили тебя в федеральный розыск. Блять, что это, я не понимаю. Это собака, чихуахуа, блять, прикинь, она ёбаная. Блять, похуй вообще, как смотреть. Так и так одна хуйня вообще. Хуйня. Хуйня, да, согласен. Это Шрек навек. Тоже хуйню скину, пусть Макс выиграет. Ну, блядь. Ну, такие мемы, блин, такие, конечно. Можем скипнуть раунд. Не, ну тут все равно надо выбрать. Ну да, Макс. Не, ну у Макса чуть забавно хотя бы, да. Мы хотя бы посмеялись с собаки, блядь. Да. Хорошо, Макс у балл записал. Да, Стен 4, Дрейк 3, Тох 4. На самом деле начинается сложная часть игры, потому что у меня говно осталось. Макс, блядь, забудьте. Ты мой мем взял? Нет. Да? Я тоже первый. Верни мой мем! Мужик, я тебе этот мем не отдам, он смешной. Блин, у меня украли мем. Я не отдам мем, блин. О, имба. Это мой мем. Верни мем! Что? Посмотри, пожалуйста, мой мем, чтобы его никто не увидел. Верни мем. Дядь, это вот сейчас ты должен его использовать, понял? Давай, ебаш. Когда на тусовке твоя девушка целуется с другой девушкой. Опачки, блядь. Я первый. Два хуёчка в попочке. Отлично, хорошо, что я последний буду. Нет. Да пошел ты тогда нахуй. Первый кидай. Да и у него карту забрали. А, ну давай я.
Это очень жестко. Блять, это очень жестко. Когда на тусовке твоя девушка целуется с другой девушкой. Блять, Тох, ну ладно, хуй знает. Ура, он повесил. Бля, все три, блядь, что делать надо? Блядь, охуенно, кстати, нравится. Окей, let's go. Блядь. Чё, блядь? У меня челик повесился за хуй. Полный. Но окей, let's go, это легенда. Ну так Тоха тут. За Тоху, больше, по-моему, по ощущениям. Да, Тоху больше. Это очень неудачный мем в контексте просто. Ебать, мы просто ебанули все балансные карты. Твоя девушка целуется с другой девушкой, и вообще... Сейчас мы с таким говном скорее. Знаешь, собрались чисто, да? У тебя тоже говно осталось? Рекламная пауза. Можно что-то про маму снимать? О! Мне имба! Так, короче, поехали. Готовы? Да. Да. Да хорош, Макс, тебе не спойлери, блядь. Ты машешь, там видно просто. Я не видел этот мем просто никогда. Итак, когда девушка намекает, что на день рождения хочет новый iPhone, а ты уже купил ей пельмени по акции. Знаешь, что захотелось? Этих красных пельменей из упаковки. Нет, пельмени из этой красной упаковочки, знаешь, картонные. Так, сейчас я? Давай. Когда девушка намекает, что на день рождения хочет новый iPhone, а ты уже купил ей пачку пельменей по акции. Короче, я никогда не видел этот мем, но он такой угарный, блядь. Я так с ним расплакал. Так просто срет и все, и плачет, блядь. Не, ну это стенд, блядь, мне кажется. Я охуенно. Я первый раз его вижу, он такой смешной. Ну вообще, кстати, отчасти, я думаю, что это моя вина, потому что пока только карту выложил, я рассказывал, типа, про пельмени. Поэтому, возможно, что... Из-за этого немножко эмоция подобавилась, да. Не, у стента объективно охренеть, мем. Мем. Я сейчас сам просто пророс с него, это пиздец. Так. Спасибо большое. Нет, это не ори заранее, Макс. Я его вообще не видел ни разу. Я вообще говорю, не ори заранее. Меня просто разъебало. Так. Итак, готовы? Сейчас первый я. Да. Когда в 10 лет ночью стало плохо, и ты пришел блевать к маме в комнату. Бля, сам сетап смешной, пиздец. Это ты такого к маме в комнату заходишь. Я не знаю, когда в 10 лет ночью стало плохо, и ты пришел блевать к маме в комнату. Не знаю, я 10 лет, я бы лично, в 10 лет к маме в комнату зашел бы блевать вот так. Блядь, что делать, нахуй? Притворился, что у каблук отымел твоих подруг. И начинается пум-пум-пум-пум. Не, блядь, Рикард велся, да хуя такая же. Ну, блядь, тут все на самом деле подходят. Ну, тут, да, за Дрейка большинство. Ну, в принципе, тут все карточки хорошо подходят. Отлично работает. 5-4-5, кстати. У Дрейка 4, остальные по... Блядь, а что в таком игра? Ребята, там... Не, прикольно, мне нравится, кстати. Похуй. Я знаю, да. Мэм. Итак. Когда 8 лет вспомнил в 2 часа ночи, что тебе к первому уроку нужно принести гербарий. Блять, такая жижа. Жиза. Эти... Макс. Именно вот так, да, блять? Когда эти желуди ебучие лепить нахуй. Я вспомнил про гербарий. Бля. Ну это только мать так... Блядь, пиздец, нахуй, все охуенные. Обращаю внимание, что у Сквидварда в руках гербарий. Какая-то хуйня, не гербарий. Так это сужено. Не-не-не, тогда бревя больше Дрейк смешная, на самом деле. Не, мне кажется, и вот это очень смешные. Да, типа. А, понятно, блядь. Не, просто, знаешь... Дрейка просто за шакальной картинкой. Засчитываем Дрейка. Все, у всех тогда у всех по 5, да. Шакальная картинка, это вообще пиздец разъем. Когда ты в полу первого ночи маме говоришь, что тебе нужно желуди ебучие склеить, там именно вот это и происходит, блядь. Бля, обидно, что... Стой, почему я тебе дал? У меня нога затекла. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ладно, у меня угда появилась. Бля. Не, не против? Я опять тебе забрал. А, ну ты ходишь, ты ходишь. Когда два отличника спорят, какой ответ был во втором вопросе, 2 или 4, а у тебя там Пенза. Готовы? Давай. Ультую сразу. Отличники спорят, а у тебя Пенза. Пенза выглядит так. Блять, мне вот это очень нравится, охуенно. Да, блять, они все охуенные.
Дрэ, у Дрэка охуенно мемы. Можно посмотреть? Сухарь, блядь, кириешка. Тоха. Тоха, Дрейк, Тоха, Макс, Дрэк. Давай, я просто не могу понять. Я тоже Дрэк. Не могу. 50 на 50. А, вот Дрейк. Большинство за Дрейка. Окей. Дрейк вырывается вперед. Кириешка выигрывает. Кириешка выиграл. Кириешка! На газдобах пиздец, ребята. Я сейчас буду говно выкинуть по-хорошему. Сейчас буду говно выкинуть. Я сейчас буду говно, наверное, выкидывать. Держи, ты первый, наконец. Не, у меня одно говно. Давай. Вот в мафию играть, смотрите, какие серьезные все. Хуйня, блядь. Ты первый, так. Да, я первый. Итак, поехали. Когда во время секса случайно назвал девушку другим именем? Сейчас я скидываю. Что это, блядь? Хуйта. Это очень старый. Полная. Да. Хуйта полная. Это кто? Это Хасбик, блядь? Я не вижу отсюда. Блять. Не, не, кстати, нет, ну. Блять. Мне с котика порвало вообще, блять. Кто котиков кинул? Я. А мне вот этот челик нравится, который вы врубаете. Он очень смешной. Да. А чье это? Мое. Тут Дрейк, слышишь? Они подслушивают, потому что мы шапер, бля. Не, нихуя. Хуя. 5-7-5. Да. Так, сейчас я первый скидываю. Ну, кстати, эта карточка, слышишь, Тох, эта карточка Дрейка поимела в основном успех из-за твоей шутки смешной. Блять, да, про Хасбика. Слушаем. Что? Тем временем нас 2500. Когда всем мама привет. Заставляет поздравить с днем рождения какого-то незнакомого дальнего родственника. Позвони, скажи, типа. Да. Ну, позвони, поздравь. Ситуация такая, поэтому сделал вот так. Ну, блядь, так это обычно выглядит. Бля, я не знаю, я просто... У меня все просто, я щенивал. Нахуй вообще это нужно? Что это за говно? Мне просто выпал мем, который нигде нельзя использовать, я его скину, но для того, чтобы иметь хоть какие-то шансы, я покажу сцену. Что ты делаешь? Все, блядь. От этого еще более кринжовый, иди нахуй. Ну да, потому что пошел он... Кто выиграл? Ну что, в какую ситуацию подойдет этот мем, блядь? В какую? Это просто кулак, слушай, блядь. Может, ты его не так показал, а? А что он делает? Может, он злится? Это ёбаный кулак. Это тебя злость. Да. Это просто кулак, блядь. Так, пишут, чё? Тут Стин Дрейк 50 на 50. А какие были карточки у кого? У меня шлёпа. А у меня вот этот хочет. Бля, они оба хорошие. Да. Они по тему. Бля, ну тут... Ну тут за Дрейка опять больше пишут, а Слоёб выиграл. Ну, один человек такой. Один человек это написал, но я это решил вычитать. Блять, что телефон не уронил. Да, Дрейк тут взял. В рот. Тише, никто не должен об этом знать. Ебать. Я на меме. Макс, ты готов играть этот раунд? Там я на меме, чел. Так, ну у меня две имбы. Когда в пустом автобусе бабка просит уступить ей место. О, вот это хороший. Так, это Макс скидывает. Я так вижу примерно этот момент. Ну так, не в тему, если честно. Да нет, это лягушка просто набухает. Я примерно вот так вот сижу на месте. Дрейк? Это... Блять, откуда у тебя такие картинки? Собака жрет хлеб. Это friendly fire, огонь по своей мере. Это пиздец. Три хуйни просто. Три хуйни, но мне кажется, тут понятно. У меня у Тохи гораздо более подходящий. Тут все пишут. Да, за Тоху, тут за Тоху. Ну просто сам факт, блядь, вот это вообще полная хуйня странная. Дрейк абсурд какой-то. Да, не пани плохом, а пани хорошим, типа, это абсурд. Я готовлю. Стинт 5, Тоха 6, Дрейк 8. Нихуя себе. Да. О боже, блядь. Ребята, оцените по 10-бальной шкале мою съемку, пожалуйста. Так. Я стараюсь всех снимать. Итак, ребят, сейчас будет разрыв, нахуй. Давай, разрывочка. Ага. Когда громко перданул в общественном месте. Я хожусь? Так, Тоха, не Тоха. А что такое? Печенье, блядь, какое-то ебучее. Вот такое еблище у тебя потом. Ребят, отвинитесь, пожалуйста. Блять, это полный пиздец. Бля, у этих картинок
есть что-то, что-то общее. А что же эмоции? Что-то общее. Так, ну тут за кого? Тут за Стинта. Тут за Стинта. Не, у Макса вообще картинка пиздец. Да общее. Здесь Дрейк 8, Тоха 6. Итак, что, ты первый? Да, да. Ай, подожди. Погоди, по-моему, Тоха. Нет, Тоха же. Да. Блин, потому что нормальное у меня говно осталось. Бля. А зачем мне себя снимать, ребят, я снимаю игру? Ты в рот. Итак, ребят, когда последние два стакана были лишними. Так, сейчас я скидываю. Очень часто жиза. Вообще, по идее, Тоха. Тох, ты в прошлый раз? А я, мне вообще кажется, что Дрейк каждую катку кидает. Да, мне тоже кажется, что Дрейк каждую катку кидает. Не, ну когда стаканы были лишними, я примерно вот так вот над унитазом нахожусь, блядь. Бля, я сразу вспомнил это. Я вот так на говно смотрю. Нюху это, блядь. Ребят, когда два стакана были лишними, Тебе, Макс, нормально. Блядь, Тох, я сразу этот, нюху вспомнил. Мне кажется, Макс две подряд забрал. Нормально, забрал. А, кстати, слышу. Гайс, а нам мы будем же официально праздновать Тохину днюху? А, кстати, надо будет. Нам надо завтра, завтра. Так уж сегодня все сидели. Это не то, нет, это просто посиделки за встречу. Нет, нормально праздновать. Нет, до завтра хорошо праздновать. Да, плюс. Так, ну что, кому там? Стинт 7, Дрейк 8, Тоха 6. Ну ты, блядь, получаешь? Да пох, конечно. Пиздец. Оу, мэн. Подожди, тут вообще песня. Так, ребят, подожди, тут вообще песня, реально. Когда случайно сматерился при родителях. Теперь точно я первый скидываю. Опа, давай. Бля, я не знаю, сейчас либо слиться. Скидываю жестко Цириллу, блядь, на блок. Это сосиска, блядь, что это? А что это? Я просто выкину хуйту. С Дрейком, либо все-таки слиться. Ладно, сольюсь. Блять, ну это грустно, картина. Это прям даже. Это Танос щелкнул. Ну, у меня есть Бобби, но я просто не буду скидывать Бобби. Блять, мне типа. Я боюсь, что из-за фразы Цирилла я не выиграю. Поэтому нахуй. Котик распылился. Ну тут. Котика жалко. Котика жалко. А я ждал постоянно грустный мем. Ну, просто не было. За Дрейка. Пишут, Цирилла выиграл. Ну, Дрейк, да, Дрейк выиграл. Я говорю, если бы не фраза Цирилл, я бы не подумал. А до какого количества очков идет игра? Или тут нет такого? Пока не кончится. Мемы сейчас кончится, да, там чуть-чуть осталось. Когда ты узнал, что девушки тоже какают. Блядь! Блядь, серьезно? Да. А сейчас Макс первый скидывает. Да, на скидывает. Я думал, они жестко сорут. Блядь, я знаю, что написано под этой картинкой. Да-да-да, Мазелов. Мазелов? Блять, я знаю, что под ней написано, нахуй. Да. Не, мне еще... О, Shadow Cash, блять. Ну, Макс... Я скинул. Это пиздец, в контексте, когда ты узнал, что девушки тоже какают. Блять. Не, ну тут я хуй. Ну, наверное... Не, ну слушай, если... Ну, нет, тут многие за Дрейка, типа, я вижу, да, за Дрейка большинство. Да просто говорю, вот эта картинка, бля, я ее только поэтому знаю. Она локальная. Да, прям локалочка. Ну, тут Дрейк. Дрейк 10 баллов. Ну, а, бля, ничего себе, блин. Какая-то победа. Я младше всех, я тут умею. Что это за хуйня? Бля. Какашка выпала. Ребята, когда доктор спрашивает, ведешь ли ты половую жизнь. Так, кто-то первый скидывает. А что за карточка на полу валяется? Да это блядь, использованный мем. Блядь, честно, я даже не знаю, как заанонсировать эту карточку. Когда доктор спрашивает, ведешь ли ты половую жизнь. Бе-бе-бе-ба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 -
Да. Нихуя! Ты заебал, у тебя все карточки подходят, блядь. Бля, иди нахуй, а. Это доктор, блядь, спросил, это я? Блядь, это читы, да. Бля, у Дрейка пиздец карточки подходят, нечестно. Читы, блядь, это читы. Да. Не, ну у Тохи тоже охуенный. Би-би-би-бис баба, блядь, что это вообще? Не, ну да, это не... Бывает даже такой, блядь, все понятно. Победа. Ну да. Это слишком имбово. Так, ну все, блядь, у меня два имбалансных мема. Что за ситуация? Блядь, пиздец мема, нахуй.
Конченый у меня. Когда закончилась туалетная бумага, и поэтому тебе приходится трясти булками. Блять, я скидываю, я скидываю. Я скидываю первый. Да, скидывает. Приходит, скинул. Трэш. 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 Так, бля, груз. Еще раз прочитай, пожалуйста, карточку. Когда закончилась туалетная бумага, и поэтому тебе приходится трясти булками. А че? Это то, а че? Бля, как я не скинул коробку. Не, а че это имба? Это пиздец. Так, записываем, Тохи бал. Итого у нас Стин 7, Тоха 7, Дрейк 11. Ебать, ну шло, бля. Ебет. Мы шапер, хули. Мы шапер. Хули. Хули. Блять. Так. Так, это желтый мини-купер, это хуйня ебаная. Бонуска какая-то, блять. Да блять. Вторая такая же. Ну, у нее бонуски так же в бананзе падали, блять. Когда человек... Да ты заебал читать, друг. Когда человек, который тебе нравится, жалуется на проблемы в отношениях. Опачки. Сейчас Макс первый скидывает. Блин. Вот и как игра называется? Мематрон? Так, пришло время скинуть хуйню. Блять, то. Это я скину в контекст. Не, Макс, мне кажется, разъебал. Нет, тут Макс, да. Тут факты. Не, вот это вообще, когда человек, который нравится, жалуется на отношения. Пожал руки, помыл потом. Сразу вспоминается история, когда Мичела рассказывал о том, как у него какие-нибудь проблемы с девушкой. Я обливал в этот момент, блядь. Причем только сегодня рассказывал про нее. О, ебать, у меня... Паучамповые мемы. Ребят, тихо, жиза полетела. При просмотре фильма с родителями начинается сцена 18+. Блять, я сразу съебал. Я первый. При просмотре фильма с родителями. Не смешно, что ли, блять? Моя реакция. Ребят. Блять. Ребят, да, при просмотре фильма с родителями начинается сцена 18+. Бля, мне кажется, это карта, которую можно на любую ситуацию выкинуть и выиграть. Вообще, блядь. Не, просто знаешь, вот это, она такая, типа, она, ну, грустная, страшная. То есть это, типа, жизненно. Чё ты, блядь, чё сказал? Ну, блядь. Тоха подумал, что если, короче, ну, вопрос еще раз читать, то бонусные какие-то начисляются. Он кинул и все-таки сидят. Не, я к тому, что, типа, вот когда сцена начинается с 17+, я всегда съебывал, потому что у меня хуй начал вставать. А я оставался, стенту... прикольно. А, подожди, что ты встал? Куда да, ты вставал? Не, мой. Ты сейчас, да, ты сейчас за мой хуй ответил, да, типа. Мой хуй начинал вставать. Вставать, я вставал, это прикольно. Так. Мы какой-то ребят, следующий набор. Мем, когда прилег на полчасика, а проснулся на следующий день. Так, сейчас я, да? Так. Да. Тох, ну ты че, блин, такой кислый? Я думал, что стало с дома. Да это просто игра. Ну, блин, ну хуй не скинул, ладно. Хуй там, блядь. Охуенно оцениваешь, почему мора, блядь. Бонг. Это просто, нет, я даже, блядь, даже не помню вопроса, просто дед смешной, блядь. Итак, кто? Ну тут Тоха, да, блядь, они сейчас будут писать Тоха, потому что я сделал вид, что мне грустно, блядь. Тоха. Блядь, я больше смешно, потому что я даже вопрос не помню, просто там дед смешной с красными глазами, блядь. Тохи бал. Блять, ну что за мемы нахуй? Как только... Когда только пукнуть хотел, но пустил жидкого. Я первый скидываю, да? Да. Давай. Блять. Больше, чем нужно. Ладно, солью говно. Ладно, солью говно, это полная фраза для таких случаев. Жаба. Ну, Дрейк, типа. Бля, мне жаба понравилась тоже, мне смешно. Мне тоже жаба зашла, пиздец. И Стонкс хороший, да. Стонкс это прям, знаешь, типа, больше, чем нужно выдал. Но жаба тоже забавная. Ну, тут за Тоху больше. Тоха, Дрейк, Дрейк, Тоха, 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 Дрейк, 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 Тоха, Тоха, Дрейк, 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 Тоха, 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 Тоха. Блядь. Тут надо, блядь, опять суефа. Опять суефа? Давай, похуй. Дрейк, Тоха, 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 Дрейк. Давай. Сначала ножницы? Да. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три.
Ой, блин, у меня сейчас чуть... Это самое... Да-да-да. Осторожно. Аккуратней. Вау. Я просто вот прям моментальная реакция хотела появиться. Блин, мне смеяться уже больно. Ты записал меня? Да, я записал тебе. Давай. Стин 9, Дрейк 12, Тоха 8. Можно допить энергию? Да. Спасибо. Когда притворился спящим в машине, чтобы тебя принесли домой на руках. Блядь, жиза. Это кто скидывает первый? Блин, мне вообще ничего выкинуть, пиздец. А чё, как это же? Нет, в связи с того, что прикинь, притворился спящим, это какая-то хуйня, сидит, ёбаная гнилая, блядь. Нет, это вот так ты подглядываешь, блядь, чтобы тебя несли. Когда притворился спящим в машине, чтобы тебя принесли домой на руках. Почему все с животными? Не знаю, мне нравится, да, потому что это, прикинь, просто какая-то гнилая хуйта. То есть, типа, мне не нравится. Ой, чуть не уронил телефон. Тут за Макса, наверное, больше. Блять, вообще все тут пиздец тройная. Тройная каша какая-то. Можем на троих цуефа. Давайте на троих цуефа. Я просто скипнул хлад, потому что... Перемножится. Раз, два, три. Раз, два, три. Ебать. Охуеть. Имба. Охуеть, Дрейк вывозит на ебаных этих. Цуефашках. Чел в казик, блять, играй. Бам, поел. Ой-ой-ой, ребята, последние мемы пошли. Мне что-то говнее. А если бы я играл, у меня было бы 100 баллов. Когда в детстве случайно увидел, как родители занимаются сексом. Я скидываю. Бля. Идеальный мем. Говорят, вы не закатываете. Так ты из комнаты съебываешь, блядь. Можно? Овергайм. Когда в детстве случайно увидел, как родители занимаются сексом. Вот так вот просто в щель двери смотришь. Ну то хуйня, согласен. Ну, блядь. Да не хуйня, нет, просто, блядь, ну это не совсем по теме подходящая картинка. Бля, мне теперь грустно стало, блядь, при том, что я считаю, что Тоха вообще лучше всех здесь шутит, на самом деле. Слушай, Стин, ну, вне игры. Большинство за Стинта. У Стинта она прикольная. Нормально ты всех остальных сейчас обозвал? Не, ну, нет, это лишь мое мнение, типа. А кто заберет последний мем? Тоха реально очень смешно шутит. Вопрос, кто заберет последний мем? Заберу я. Давайте я. Я заберу его. Ну ладно. Итак. Когда впервые решился попросить вторую кассу. Что? Типа в магазине. Откройте вторую кассу, пожалуйста. Бля. Макс, ты первый вроде скидываешь. Да похуй, я разъебал, мне кажется. Давай. Кидайте вы. Он все. Подсмотрел, блядь. Да, ну он давай. Подсмотрел. Так. Хуйня. Бля, ну дерьмо, блядь. Просто полная хуета. Бля, у меня-то есть такой гениальный мем, но нужна правильная ситуация под него. Да все. А ты можешь придумать сам? А, типа... надо оставшиеся разыграть еще. А есть еще? Ну, последние наши вообще. Давайте. Все, последняя ситуация. Так, ну что, кто, блядь, тут? Вов, тебе вообще... дали победу. Да, мне дали победу, поэтому ноль нахуй всем. Вова. Вы разыгрываете последнюю карту? Да. Затем, если чат захочет, мы будем со старыми карточками играть, потому что мы закончились. Малые. Вот такая вот у меня ты была ситуация. Ты долбоёб. Ситуация. Нахуй ты скинул. Когда меня. Постеснялся попросить остановить на нужной остановке, уехал в Казахстан. Ты так молча скинул. Ну, какая разница, у меня последняя карта? Вот это охуенно, да, вот это охуенно. Блядь. Ой, блядь. Чё, Стин? Да, тут Макс. Видимо, да. Ну что, получается, Дрейк победил? Сколько там еще? Итоговые баллы. Дрейк 13, Стин 10, Тоха 9, Вова 1. Вов, ты проиграл. Короче, ребята, мы забыли уточнить, но у нас победителя ебут в жопу.